28 ноября по 1 декабря в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоялась 21-я международная конная выставка «Эквирос». Гостей мероприятия традиционно ожидала невероятно насыщенная и увлекательная программа, разделенная на две части – конную и деловую. В рамках выставки прошли круглые столы на самые актуальные темы, а также ветеринарная конференция, посвященная болезням лошадей, их диагностике и лечению. Здоровое питание для лошади – это, прежде всего, нормально функционирующая система пищеварения. «Эквирос» – это не только специализированное событие для профессионалов, но и яркое, незабываемое шоу в В большом и малом манежах прошли соревнования, показательные выступления, а также борьба за звание абсолютного чемпиона выставки. Выступать, конечно, здесь – это особая честь, и очень-очень нам нравится, и мы надеемся, что нас пригласят в следующем году. Помимо основной программы, в рамках выставки прошел российский чемпионат «Ковали», на котором лучшие кузнецы продемонстрировали свои навыки по изготовлению подков. На данном мероприятии мы изготавливаем подковы и делаем из заводских подков модификацию. Цель выставки «Эквирос» остается неизменной – содействовать развитию коневодческой отрасли, демонстрировать инновации всех сфер деятельности, связанных с коневодством. Это солярий, туда заходит лошадка, греется. А также показать посетителям, как много интересного таит в себе конный мир.